Всех приветствую, с вами снова Лорд Гидос, и вы смотрите продолжение исторического экскурса про людей. Как видите, перед вами Герой Меча и Магии 2 и фракция Рыцарей. Давайте же посмотрим, кто в нее входит. Итак, начинаем. Крестьянин. Обычный мужик в обычной одежде, в руках серп. Идем далее. Стрелок. Это женщина в красном трико, на плечах синий плащ, а в руке лук. Идем далее. Копейщик. Это мужик в кольчуге, поверх которой одета красная... Ой, я не знаю, как эта хрень называется, но да ладно. Мечник. Это тяжело вооруженный мужик. В руке у него меч, в другой руке щит. Одет он в латы, которые практически полностью закрывают его тело. Всадник. Это тяжело бронированный мужик. В отличие от мечника, латы закрывают его полностью, в том числе и лицо. В руке тяжелое копье. Он сидит на тяжело бронированном коне. Итак, это у нас основное... Это у нас 5 основных существ. Шестое существо сидит в замке. Вот видите замок людей по фракции. Рыцарь в Героях Меча и Магии 2. Замок полностью расстроен. Можете его внимательно рассмотреть. Замечательно. Идем далее. Крестьянин. Это... Стоп. Паладин. Шестое существо это паладин. Вот, это тяжело бронированный мужик. Шлем полностью закрывает лицо. В руках двуручный меч. На плечах красный плащ, а в шлеме из шлема торчит красное перо. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим улучшенные версии. Итак, в Героях Меча и Магии 2 90% существ имеют улучшение. То есть имеют почти все. Кроме крестьянина. Итак, давайте же их всех улучшим. Итак. Рейнджер. Рейнджер это все та же женщина, только теперь она в синем трико. На голове охотничья шляпка, из которой торчит синее перо. А на плечах золотой плащ. Копейщик. Ветеран. Это все тот же копейщик, все той же кольчуги. На голове шлем, из которого торчит синее перо. В руках копье. А на теле синяя вот эта вот фиговина. Мечник-мастер. Это такой же тяжело вооруженный, тяжело бронированный мужик. Только теперь на щите синие полосы, а в шлеме торчит синее перо. Чемпион. Чемпион это все тот же мужик в тяжелой броне. В руке синее тяжелое копье. Конь украшен. Конь лучше экипирован по сравнению с предыдущим. Итак, крестоносец. Крестоносец это паладин, только теперь он полностью в золотой броне. В руках золотой меч, а на плечах синий плащ, и из шлема торчит синее перо. Итак, таков состав фракции рыцарей в Героях Меча и Магии 2. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, пишите комментарии, рассказывайте об обзоре друзьям. И да, кстати, у меня появилась официальная группа. Ссылку на нее вы можете прочитать в описании. А если вам впадло читать описание, то вот большая ссылка на нее. Итак, всем пока, удачи. Пока.